Во время обследования территории она мониторится, потому что там территория крупных промышленных объектов, так понимаю, были выявлены источники радиации, которые там находятся. Вот. Это предприятие, ну, государственной собственности, находится сегодня «Прогресс» в стадии ликвидации. Оно выставлено будет на приватизацию. Оно фактически сегодня уже полноценно не функционирует. Там осталось несколько работников, охрана, вот назначенный руководитель. Ну вот. И поскольку они много лет занимаются переработкой разной техники, приборов, в том числе военной, изъятие оттуда металлов ценных, там, золото, серебро, свинец и так далее. То есть эта технология там давно работает, и каким-то образом, сейчас выясняется, каким, туда какое-то время назад, очевидно, давно уже попало два прибора с очень большим завышенным фоном радиации. Это предварительно это какие-то приборы, похожие на те, что устанавливались на вертолетной технике, которая работала в Чернобыле для фотографирования там объектов. Вот, и поэтому очень большая доза радиации. Очень хорошо, что они находились внутри закрытого помещения. Это здание бетонное, потому что когда вокруг потом обследовали фон, фон вокруг был нормальный, потому что рядом находятся два предприятия крупных, и Бариваш, и Дельта Вилмар. Но на самом территории предприятия фон нормальный. Фонит буквально только когда находишься на непосредственной близости от этих приборов. Ну, уровень там завышен был в 500 раз. Фон действительно очень, очень сильный. Было видно, как шкалили приборы. Нам там рекомендовали рядом не находиться. Ну, вот, нам, наша задача городской власти, поскольку территория хоть государственного предприятия, но в границах города Южного. Я как глава комиссии ВТБ ЧС, нам нужно было решить вопрос о том, чтобы эвакуировать, вывести оттуда эти предметы для их дальнейшей переработки, чтобы они там не находились. Там присутствовали органы следствия, вот, этим вопросом занималась служба безпеки Украины, вот, потому что там уже криминальное впроваджение распечатано. И сегодня была та задача у нас обеспечить вывоз, поскольку у нас буквально там есть считанные предприятия, которые в Украине этим занимаются, там, в частности, в Одесской области это предприятие «Радон». Мы туда пригласили их специалистов, которые приехали на спецтехнике, они как раз работают с такими изделиями. У нас есть такой полигон для захоронения радиоактивных отходов, в том числе, находится в районе Червонознаменки бывшей, которая теперь просто Знаменка на Киевской трассе. И обследовав место, составив там все необходимые там следственные действия, работники СБУ работали со следователем. И эти приборы, так сказать, попытались идентифицировать, потому что будет выясняться, каким путем они туда попали в свое время. Они содержат реально драгметаллы, действительно, ну, вот, которые, в частности, золото. Вот, которые были интересны, наверное, для переработки, но сам факт, что с таким уровнем радиации они не должны были попадать на эту территорию. Но вот, предприняли меры, мы выехали, мы проработали несколько часов там на месте, потом выехали продоры за здание комиссии уже у нас, в здании уже городского совета, отработали протоколы, потому что необходимо для того, чтобы вывозить, необходимо решение комиссии. Эта комиссия была озвучена, плюс условия, поскольку эта деятельность тоже коммерческая сегодня, кто должен был ее оплачивать. Оплачивать ее из городского бюджета сегодня я не вижу механизма, поскольку на территории предприятия должно оплачивать предприятие, просто оно сегодня не ведет хозяйственной деятельности. Поэтому, ну, поскольку он в распоряжении фонда Госмайна, соответственно, мы рассматривали вопрос, что мы просто можем прописать, что пусть фонд Госмайна во время продажи предусмотрит оплату средств на компенсацию вывоза. В общем, в конце концов, разрабатывали разные варианты, все-таки приняли решение, по которому позволяющее предприятию «Радон» вывести сегодня это оборудование, потому что мы хотели в этот же день, как бы, чтобы дело довести до конца, чтобы оно покинуло территорию города Южного. Пока вопрос. Сначала были суммы большие озвучены, потом в ходе, как бы, переговоров, там, определений разных, эта сумма там уменьшалась. Сначала сумма называлась в несколько сотен тысяч гривен для переработки
потом уже фигурировало 70 тысяч гривен. Вот. Но мы просто в любом случае проводили линию, что мы не можем сегодня городским бюджетом это оплачивать. Это халатность и деятельность этого предприятия не имеет никакого отношения к городу. Оно сегодня в распоряжении фонда госимущества. Поэтому государство должно эти расходы предприятию Родон, тоже государственному должно, соответственно, учесть. Но не перевешивать эти проблемы еще на наш городской бюджет. Но мы такую эту линию, так скажем, мы провели. Нас вот и МЧС поддержал, когда определяли там степень там, угрозы и так далее. Поэтому у нас по документам мы все так оформили, что эта работа произведена, а в дальнейшем уже пусть с виновниками разбираются по финансовой части. Все следственные действия были сделаны, оформлены необходимые документы, была предоставлена некоторая помощь нашими коммунальными предприятиями, поскольку там нужно было специальный ящик, в который нужно было это упаковать, его там пришлось делать уже тут, сооружать в городе Южном. Металлический нужен был ящик, закрывающийся обязательно. Вот. Сготовили в Южном, уже взяли наш сварной участок, обратились мы на предприятие ЮТКЭ, что там хорошие сварщики, на которые могут быстро, оперативно что-то делать. Вот. И поэтому изготовили ящик, вам отвезли его туда, нужно было его доставить на место. Это, говорю, это возле Дельта Вилмар, поворот на Беляры. Ну, вот, поэтому отвезли туда, там уже работники перегрузили в другую машину, оттуда уже выезжали. Ну, в общем, это заняло процессом, практически наши службы были задействованы до самого вечера. Вот с утра до вечера занимались этим вопросом, но необходимо было его довести до конца, поставить точку. Но в этот вечер туда еще выезжали на место, полностью вывезено все это с территории. Сегодня оно уже уехало для захоронения. Ну, вот, в этом плане вопрос на сегодня закрыт. Вот. Ну а дальнейшее там следствие будет выяснять виновных, чья это халатность. Вот. Ну я хочу подчеркнуть, что жителям города Южного не угрожало ничего. В данном случае повышенный фон был непосредственно только в зоне близости нахождения с объектами. Даже на территории самого предприятия мы дозиметром замеряли. Уровень радиации был ниже фон, чем в городе Южном или в городе Одессе. Чуть-чуть ниже, там видно такая роза ветров хорошая, что там нет этого. Но эти объекты, конечно, туда необходимо было убрать, потому что туда могли когда-то кто-то или добраться, или проникнуть, они могли каким-то образом быть смещены с этой территории, это было бы уже очень серьезная беда.